Международный конкурс-фестиваль «Уральская сказка» собрал настоящие гениев искусства. Детская музыкальная школа номер один участвует с самого начала существования конкурса, то есть в третий раз. Как говорит директор Елена Наумова, музыка – это одна капля таланта и 99 капель пота. В этом году был такой, я бы сказала, творческий десант. То есть приехали, взяли два первых, три вторых и уехали. Как бы так скромно, там большое количество участников, и я думаю, что наши дети достойно представили не только нашу школу, но и город тоже. Возрастной разбег широкий. Самая маленькая участница Насти 7 лет, самая взрослая 17. Настя занимается игрой на фортепиано уже 2 года. За плечами не так много конкурсов, но на этом она стала лауреатом первой степени. Музыка – это самостоятельный выбор, признается лауреатка. Я сама запросилась в музыкальную школу. Они меня хотели, чтобы я пошла в первый раз в школу, первый год в смысле, и первый раз музыкальную. Я сама, то есть, выпросилась. Я когда первый раз выступала, я, конечно, больше волновалась, потому что первый раз, а второй уже как-то не очень. А вот Соня в этом году уже заканчивает музыкальную школу. Домре занимается 7 лет. Но на конкурсах в других городах раньше не была. Этот первый и очень удачный. Соня стала лауреатом второй степени. Признается, что конкурс стал для нее еще одной ступенькой к совершенству. Однако девушку обижает тот факт, что люди иногда не знают о существовании такого музыкального инструмента, как домра, которому Соня посвятила много времени. Этот инструмент не очень известный, как, допустим, гитара или фортепиано. Некоторые из друзей, даже их родители не знают, что это за инструмент, и приходится объяснять. Я обычно говорю, как балалайка, только круглая. Всего в копилке музыкальной школы номер один 6 наград. Лауреатами первой степени стали Настя Долгих и Эльвира Шихалева. Софья Юханова и Артем Крашков стали лауреатами второй степени. Ансамбль гитаристов «Класс» получил звание лауреатов третьей степени. А дипломантом первой степени стала самая взрослая участница Валерия Попова. Мария Игнатова, Андрей Глазырин, информационное агентство «Курган.ру».